Ну вот, как вариант, сделать можно и нагнутыши, такой стример, да, вот. То есть при поклевке он все равно, этот хвостик будет засасываться в рот рыбе, ну и проходить сбоку где-то от жала. Вот, головку можно сделать с яркими элементами, пообъемнее, если использовать даббинговую петлю с даббингом, расчесанную с какими-то там байтфиш-эмулятором или что-то в этом роде, да, с синелью объемной. Мушка получается силуэтная такая, хорошее возмущение потока дает этот ёршик такой в воде, упор такой создает хороший. Вот, и при этом при забросе он не впитывает в себя много воды, ну, достаточно простой будет в забросе относительно каких-то, если брать материалы, которые впитывают в себя воду. Мушка такая в новогодних тонах, и можно сделать ее всегда новогодней игрушкой на елке, например. Вот, для безопасности можно надеть какой-нибудь кембрик на крючок. Вот, и теперь можно спокойно повесить ее на елочку, чтобы она у нас красиво мерцала. Или поиграть с кошкой, например. Тоже как вариант. Как видите, кошаку такая игрушка всегда по душе. Несмотря на то, что она старая уже и толстая, и готова растрясти свой жирок.